я вам сейчас расскажу про то, как телефон зарядить так, чтобы, ну, скажем так, не заморачиваться про одну очень важную вещь. Собственно, проект, который я представляю, мой проект, это Триада Kinetic Power, это бренд, который мы сейчас собираемся выводить на рынок. В чем проблема нашей вот самой вот этой вот большой, да, проблемы электросети? Розетку нельзя взять с собой везде, где бы вы ни находились. Малая энергетика, она как раз решает проблемы вот индивидуально нашим. Потребности, да? Как зарядить мобильник, как зарядить там планшет, как зарядить там еще что-нибудь, да? И этот рынок на сегодняшний день, ну вот он оценивается почти что в 20 миллиардов долларов. Там уже есть наработки, есть уже устройства. Доля России, как вы думаете, сколько? Ноль. Ну так. Ноль. Ну, менее 1%. Почти что ноль, да. И вот мы, собственно, с этим проектом пытаемся исправить эту ситуацию, предлагая на рынке, сотрудничая, во-первых, с такими вот вузами, как МГУ, МАТИ, Бауманский университет, мы со студентами активно работаем. В проект мы уже инвестировали порядка 8 миллионов рублей, собрали инвестиции, это, ну и собственные средства, и собрали еще дополнительные средства для того, чтобы разработать ряд прототипов, для того, чтобы усовершенствовать технологию и для того, чтобы получить, собственно, само устройство, да? Ну, как это выглядит сейчас, да, вот у меня за спиной, вот она тут справа, это такой концепт-кар, что называется, здесь сегодня много показывали. Это штука, которая, в общем-то, будет, скажем так, скоро, мы надеемся, скоро будет продаваться во всех вот ритейловых магазинах. Вот как это выглядит сейчас. Это прототип такой 2.0, скажем так, да, все очень просто. Как получить электричество, наконец-то я вам раскрою этот секрет. Смотрите, здесь все очень просто. Вот это устройство нужно вот так вот немножко потрясти. И вот, собственно, мы получаем с вами те самые заветные милливольты, да, там видно, лампочка загорается. Чем интенсивнее я трясу, ну, собственно, вот пока я ходил, она лежала у меня тут, да, вот в кармашке, пока я ходил по сцене, ну, я тут вот чего-то натряс, да. То есть, соответственно, сейчас с этой штукой я еще немножко похожу, могу зарядить... Телефон зарядится. Могу зарядить себе мобильный телефон, могу кому-то еще дать, да, там зарядить что-то. Потом мы еще походим, я еще что-нибудь заряжу, да. Соответственно, можно это прикрепить на пояс, можно это там на руку прикрепить и побежать в парке, да, допустим, когда вы находитесь где-то там на отдыхе или там спортом занимаетесь. То есть тут применений может быть тысячи. Вот концерн Калашников очень заинтересовался сейчас нашим этим прекрасным устройством. То есть вот это устройство, вот эта технология. Круги. Если вдруг кому интересно, там, с точки зрения физики, есть такая страшная вещь, как маятник Фарадея, вот я сейчас ее держу в руках, очень, да, просто предвосхищая вопросы, а как? Ну, а оно вот так, да. Это ты хочешь сказать, что вы из школы стырили маятник и засунули куда? Мы не то, что из школы стырили, мы взяли это вообще из учебника истории, на самом деле, потому что Фарадею это уже, слава богу, там, боже мой, столько не живут. Ну, он уже и не жив.